Итак, доброго всем дня. Сегодня речь пойдет о том, как сделать так, чтобы удобнее было косить траву и не скашивать кустарники, такие как ежевика, малина, опять же ежевика. И, кстати, вы видите за моей спиной не только грядки с малиной, но и ромашки. Я их принципиально не кошу, потому что они мне нравятся, и они вносят в зелень какое-то разнообразие своими белыми цветами. Ну, в общем-то, речь пойдет сегодня не о ромашках, а о том, как вот сделать такие грядочки, когда у вас образовалась куча старого битого кирпича. В общем-то, этот кирпич мне достался из старой бани, печка в которой не работала. В общем-то, поехали. Нахожусь я на фоне старой бани, а к чему это все? Да к тому, что сломал там печку, и, в общем-то, что-то надо делать со старым кирпичом. Ну и вот пришла мыслишка, правда, долго она шла, как-то почти целый год. И сейчас покажу, что у меня получилось. Итак, вот входим в старую баню. Вход, правда, переделан с дровника. Вот окошко здесь было. Прибавилось сейчас света практически на 20 сантиметров. Вот я вот такое бревнышко выпилил над окном. Короче, смысл в какой? Вот была старая печка, кирпич был и битый, и целый. В общем-то, что-то надо было с ним делать, потому что хочу здесь расчистить, ну, в общем-то, под инструменты, под вот эту технику. Ну и вот мыслишка пришла, и прям буквально через секундочку мы дойдем до того места, куда этот кирпич утилизировал. Итак, вот первое местечко, это у нас вишенки, и вот там вдалеке маленькая слива, объеденная зайцами. Косить станет гораздо удобнее, ну и, в общем-то, выглядит даже, я бы так сказал, симпатичней. И вот, друзья, в другом месте притаилась еще одна слива, объеденная зайцами. Она, в общем-то, вырастала практически с меня ростом. Ну, а дальше вот мы полтора года назад осенью решили рассадить малину, чтобы она росла как-то более-менее компактно, грядочками, скажем так. А, и притаранили сюда еще и ежевику. Вот это вот, так, вот та крайняя, это ежевика, две малины, вот опять ежевика. Вот ежевика, целый рядочек. Видите, взошли они не все, поэтому рядочки получились как-то такие неполные, но зато смотрится как. Представляете? Вот и почти весь кирпич из этой бани вот сюда ушел. Вот такой вот видок получился. Ну, скажем так, вот целые кирпичи пошли. Если они вдруг пригодятся, ну, конечно, можно их отсюда взять. Ну и заменить какими-нибудь половинками, потому что половинок там осталось еще, ну, достаточно много. Ну и вот, друзья, что в итоге получилось из этого старого кирпича. Вот такие вот я сделал грядочки. Опять же, для чего? Для того, чтобы малина могла разрастаться только вот так. Поросли, которые выходят на тропинку, ну и их, в общем-то, мы косим. Потому что, так как все понимают, что малина может занять огромную площадь, и, в общем-то, ее будет неудобно ни собирать, ни проходить через нее, и зарастет это все крапивой. А чтобы была вот такая красота, и чтобы малина разрасталась только вот в длину огрядки, я решил сделать вот именно так. Здесь вот малина, здесь вот ежевика. Ежевики, кстати, тоже надо разрастаться именно вот по длине, а не в ширину. Почему такой широкий проход между вот этими двумя грядками? Потому что здесь была еще одна полосочка, но, как видите, она не прижилась. Прижился только один кустик ежевики, который я оградил кругом. Ну, в общем-то, как он будет разрастаться, посмотрим. Вот такой вот вид. Ну, давайте сейчас взглянем, как с крыши это будет смотреться. А вот, друзья, что получилось у меня с малиной и с кирпичиками, да, вот как вы видите, с высоты, можно сказать, птичьего полета или моего конька, вот так вот симпатично выглядят грядки с малиной, вон там вон одна слива, так, сейчас посмотрим, как вишни, выделяются они или нет, вот и вишенки, смотрите, тоже вон, хопа, уже что-то на что-то похоже. Вот, блин, грядки надо переделать, они хуже смотрятся. Ой, нет. Ну, вот так вот, друзья, выглядит ежевика, ромашки, грядка. В общем, и на этом все. Всем пока. Ну, а вот еще один красивый букет вырос в грядке с клубникой. Ну, и вот, посмотрите, что в итоге получилось. Это я косил уже в этом году третий раз после того, как разложил кирпич. Да, и опять же, цветы. Вот еще к
клевер я тоже стараюсь не косить. Пусть разрастается. Он невысокий и тоже прикольный. И вот еще обложен один кустик. Это войлочная вишня. В этом году она цвела, но цвет побила морозом. Слава богу, что хоть выжила. Так, вот заходим в старую баньку. Вот там печка была разобрана. Вот окошко. В общем-то, видно здесь хреновато, поэтому я решил это окошко удалить и увеличить. Да, друзья, сабельной пилой и, главное, хорошей пилкой, в данном случае крафтул по бревну, можно выпилить даже бревно. Поэтому я бензопилу сюда не притаранил. Так, бревно выпилилось, верхнее одно. Так, сейчас я распутинку сниму, и, в общем-то, оно должно мякнуться.